На подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялся шестой этап чемпионата SMP Формулы 4. Соревнования состоялись совместно с шестым этапом российской серии кольцевых гонок. Пилот молодежной программы SMP Racing Павел Буланцев сумел сохранить лидерство в турнирной таблице. Однако этот уикенд дался ему нелегко. Первую гонку Павел выиграл, несмотря на мокрую трассу, которая славится своей труднопроходимостью в дождь. А вот после воскресного заезда Буланцев остался недоволен собой. Сегодня был опять дождь, стартовали с первой позиции под сейфтикаром. Хорошо стартанули, сделали себе небольшой отрыв в начале гонки, но потом постепенно Артем Лобаненко начал меня доставать. И на последнем кругу он меня прошел, но как бы ничего, я не расстраиваюсь. Мы заработали очки. У тренера молодежной программы SMP Racing есть простое объяснение произошедшего. Но это всегда у всех пилотов включается психика, психология, потому что претенденты на чемпионство еще есть, ребята не так далеко его отпустили вперед. И то, что вчера у Паши получалось, сегодня получилось чуть меньше. Артем его смог на последнем круге обойти. Это, опять же, психологическое давление небольшое. Еще один пилот SMP Racing, которому приходится сражаться со своими страхами, Ирина Сидоркова. Для юной пилотессы это дебютный сезон в чемпионате. Субботняя гонка для нее завершилась досрочно из-за аварии не по ее вине. В воскресенье же Сидоркова финишировала 6-й из 8. Сейчас вот был дождь, поэтому не все получилось, но в целом я считаю, что да, я очень многому научилась за этот год благодаря программе поддержки пилотов SMP Racing. Сейчас меня ждет Сочи и в скором этапе в Испании. Следующий этап Формулы 4 состоится с 6 по 8 сентября в Сочи.